Ребята, всем привет! Вот такая вот очередь образовалась из скорых в наш госпиталь. Вон туда их всех завозят, там тоже очереди. На мне фотографии присылали. Только я не понимаю, почему именно сегодня такая очередь образовалась. Уже с понедельника начали завозить больных. После того, как Собянин уехал, сразу вечером начали скорые ехать. Ехали. Ну и так каждый день. Днем их обычно не видно, а вот по вечерам они начинают возить народ. Но сегодня пятница, они что-то вообще прям вот целая очередина стоит. Вон кто-то из скорой, видать, даже в магазин. А, нет, это такое. И с той стороны то же самое. Со стороны в сторону Лося тоже такая же очередь. Вон она до туда тянется. Ну ладно, будем надеяться, что они справятся. Ну, стойте. Нам нужно доказательство. Кто последний? Выезжаем из 19-й больнички. ФМБА, МГЦ, там фиг пойми, как называется. Только что сдали больную. 9 часов стояли. Сдавали. Вот здесь вот теперь заезд. Да. Жуть. Вот так вот стоим по кругу. Так, ну и началось. Кого тут только нету. 11-я, 26-я, 57-я, 24-я, 45-я. Это вообще частники. 24-я, 45-я, 57-я, 5-я, 59-я, 45-я, 55-я, 5-я, 2-я. Даже 2-я здесь. 50-я, 10-я, 34-я, 35-я, 45-я, 48-я, 35-я, 48-я. Да, все, хорош, не буду больше их читать. Я уже думал, все, оказывается, водители уснули. Все вроде.